Так, всем привет, друзья! Сегодня мы приехали на Волгу, в район Мурпосада, половить леща. Вот, место для нас неизвестное, мы здесь никогда еще не были. Вот, ну, посмотрите, очень красиво. Здесь красивые затоны. Вот, как нам рассказали, глубина в этом месте довольно-таки большая, так что бросать далеко не придется. Есть? Как говорят на рыбалке, если при первом забросе рыбу поймаешь, все, говорит, все плохо будет. О, сидит, сидит. А вот у нас первый подлещик. Вот, и это мы поймали с 7 часов. А сейчас, сейчас время 11. Давай. В общем, место красивое, замечательное, острова, природа, комары не кусают, удочки стоят, никто никого, ни рыба тебя, ни мы рыбу. Не беспокоим, все тишина, гладь, супер, солнышко светит, но не греет, потому что за тучками маленько, за перистами, редкие-редкие поклевки, ну так, грамм на 500, наверное, поймали, и вот наш улов, вот видите сколько, за полдня, за полдня. Смотри, вот только мы решили собраться на цивиль, попался довольно-таки приятный подлещик. В общем, та поклевка была последней. Потеряли еще 30 минут и сейчас едем на цивиль. Все? Да. Вот от такой красоты мы уезжаем на цивиль. Так, ну вот это наше место. Надеюсь, будет видно. Ну что, ждем первую поклевку. Ух, хороший. Держи. Хороший. Вот когда в прикормку добавили молотого червя, клев что-то как-то оживился. Ну ты даешь, а? Я его не вижу. О-о-о. Давай. Хорошо. Ой, хорошо, упирается. Ой, блин. Да, домашние черви работают. Слушай, крупнее всех твоих. Да что такое? Есть? Он не хочет как. Хорош. Опа. Хо-хо. Ты еще больше моего, что ли, поймал? Вот с 3 часов мы находимся здесь, на фидер. Ловим карася. Ну, я думаю, что, в принципе, не зря, что мы сюда переехали. Поклевки были редкие, но достаточно уверенные, жесткие карасины. Карась весь не меньше 0,5 килограмма. Я думаю, что с десяток мы, наверное, поймали. Это уже, в принципе, хорошо. Вот так заканчивается наш вечер. Я думаю, что еще пару поклевок мы увидим и соберемся домой. Все, спасибо, до свидания. До новых встреч. Итак, вот наш
сегодняшний улов за целый день. Ну, в целом цивиль нас действительно выручил, потому что, ну, вот тут вот это мелочь с Волги. Вот один подлещик, в принципе, неплохой у нас получился. Вот, ну, а по карасям все очень хорошего размера. Ну, вот это, наверное, у нас самый большой, да, получился. И голова, это мелизги торчит. Бедная, сам первый, наверное, была.